Привет, ребята, и сегодня я вам покажу новый проект в Майнкрафте. Лошадиная голова. Почему я тут стою? Сейчас обернусь и офигеюсь. Может, тебе и первый проект. Я все достроил. Ну, почти, конечно. Надо добавить все это тут. Ну, короче, я вам все покажу. Самый дворик. Тут деревья, я вот так стенку сделал. Это дерево. Ну, короче, так оно сделано. Тут такая дверька. А тут заправлять нужно, наконец-то. Тут слендер лежал. Это пасхалка была там, в этой игре. Я слендер тут не поставлю, конечно. Была там именно эта пасхалка. И я решил золотыми сделать тут такие ящики. Здоровье. Коробки. Гараж. Тут машина. А тут выход, чтобы она проезжала, но там ее не достроила. А тут сарайка. И тут вот идут проводки. Ну, теперь дом покажу, это быстро все будет. Вот так оно, первый этаж. Покажу. Тут сиденья и так себе. Все заколочено. Вот так все. А эта дверь, ну, знаете, там на выход. Тоже запасной. Кухня. Тут была кровная, но в игре ее уже убрали. Холодильник, кстати, будет обновление. Один новогодний или хоть бы. 1.3.0. И вот так я вам и подвал покажу. Тут кнопка. Ну, тут я решила я кровь добавить. И я подвалчик сделал не до конца. В следующем видео все будет до конца достроено. Я честно обещаю вам. Тут тоже не достроено. Тут даже и страшно. Тут ничего. Оно так не до конца, потому там свет. А там пасхалка. Комната пасхалка. Топси и Роман Фуки. Они тоже и друзья. Если так считать, конечно. Две пасхалки. А тут надо ютубовскую кнопку собирать.
две части. Одна часть в этом. Кстати, вот такие штуки я тоже сделаю. Они шаты. Они вот и тут появляются. А тут где все едят? Тут тоже все. Тут мы просыпаемся. И в сундучке записка. Тут тоже комната с сейфом, но я тут решил не добавлять. Но потом я добавлю. И комнатка в ванную ведет. Комнаты тут. И вот тут 5-2 человека. Например, какие. Он не такой, если совпадает, но чердак. Ничего. Вместо комнаты я поставил, что комната девятая какого-то. Потом тут дверь. Потом сюда. И вот так. Кстати, тут крыша рядом. И она ведет в такую комнатку. И вот где-то ванная тоже. Вроде забыл что-то добавить даже. Кстати, крышу покажу. Все так, тут основание. Ну а так оно и решил сделать. Вроде. Черт. Вроде где-то тут именно. Вот, типа. Это дымоход. Ну, следующее обновление дострою. Все. Там вот тут дострою. И ну тут все я поставлю тут ржавые машины и там все смотреть сделаю. Как-то только так. Ну ладно. Быстрое видео было. Где-то его быстро заканчиваю. Ладно. С вами был Димон Про и пока-пока.